Друзья, всем привет, нахожусь на работе, вон мои инструменты стоят, вот они здесь еще у меня на полочке. Снова мебельная тема. Это я собираю мебель. И хочу рассказать один нюансик, который мало кто знает. Вот вы, опять же, я повторяюсь, да? Вот купили корпусную мебель себе и начали собирать сами из коробки дома. И у вас много различной фурнитуры, крепежа. И вот попадется вот такой вам крепеж обязательно. Вы подумаете, ну это винтик там, он в инструкции будет невнятно описываться. Евроболт под установку полочек подвесных, да? На самом деле этот болт с секретом. Имейте в виду, смотрите. У него вот такая двойная шляпка. Сейчас я покажу. Вот у меня тут фонарь приготовлен. Сейчас я подсвечу, кстати. Милое дело с таким фонарем. Видите, какая у него резьба интересная? У него как бы две шляпки. Вот они, ну, внизу. Вот, смотрите, большая и чуть повыше большой, поменьше. И остальное резьба. Вы, конечно же, подумаете, что это полностью резьба. И вгоните в разметочное посадочное отверстие в панели, в мебельной, вот до конца, по самую шляпку. Но он у вас не вгонится шуруповертом, и вы начнете его силой заталкивать. На самом деле это не надо делать. Тут надо предельно аккуратно этот крепеж закручивать. И вы с ним обязательно столкнетесь, если вы собираете мебель дома. Причем шуруповерт нужно на минимальных оборотах и потихонечку до этой шляпки. Видите, редуктор как бы сработал заранее, на всякий случай сделал его, ну, поменьше. Сейчас вот переключаем на побольше и докручиваем. Сейчас я объясню, для чего все эти танцы с бубнами. Конечно же, это вот такой чудесный кардформат, который... И вот так вот вы его подтягиваете до конца, да? Ну, до этой шляпки. А эта шляпка, вот она торчит здесь открытая, как бы. Сейчас я объясню. А схемы, самое интересное, никаких подробностей в схемах нет. Вы будете внимательно читать схему. Вот эти дела все знают, получается, только специалисты. И вот эти секреты вы можете подглядеть в Ютубе. Так что подписывайтесь, друзья. Это двойное посадочное такое место. Вот под вот такой флиппер. У флиппера тут, вот смотрите, есть именно двойное посадочное отверстие. Когда он находится в полке, вы полку защелкиваете. Он пластиковый. И устанавливается он, сейчас покажу где. Вот, смотрите, он устанавливается вот в эти вот отверстия, да, то есть его нужно аккуратно вот сюда вбить. Туго они вставляются, их надо подбивать кияночкой. У вас должна быть мягенькая кияночка. У меня относительно мягкая. Вот сейчас покажу, как это делается. Причем вы можете случайно разбить и поломать, если в перекос у вас пойдут вот эти флипперы. Или вдавить каким-нибудь образом. Это вот похожее отверстие на эксцентриковое, но это в данном случае вот под такой вот крепеж. Вон, видите, там какой у него профиль внутри. Это посадочное такое место вот на этот евровинт, который вы сейчас видели. И вот здесь вот предельно аккуратно надо вот эти вот пластмассовые, они хрупкие, устанавливать. Кто это придумал, конечно, я очень удивлен такой инженерной мысли. Зачем вот такой вот нужен крепеж чудесный, интересный. Видите, он как вот такой вот. Шуруповертом надо крутить предельно аккуратно это все дело. И в шкафу. Ну, можно заранее, конечно, это все тоже в панелях, все это в разметку вкрутить. Вот второй я насадил. Сейчас вот покажу, как тоже аккуратно. И все это потом сажается на них вот, вот этот вот чудесный крепежик. Друзья, вот смотрите. Полочку вставил и уложил ее вот на этот крепеж. Пока что я просто уложил. Так это выглядит. И путем надавливания я усажу эту полку вот этими флипперами на вот эти вот евро-полкодержатели. Ладошкой, кулачком вот вы подбили. То есть они как бы автоматически стягивают все вместе, ну типа того, как будто они и стяжка. То есть они еще и укрепляют вот
общую конструкцию. И потом их надо, чтобы снять полочку, ее надо будет обратно вот так вот выбивать кулаком. Ну, как бы уже не надо будет это делать, конечно же, вы раз и навсегда поставили. Но вот такой нюанс в итоге. Вот, видите, утопилась туда. Вот этот полкодержатель утопился туда. Видите, как он там выглядит? Вот он. Вот так вот. То есть имейте это в виду. Обязательно. Имея шуруповерт, вы, конечно, вгоните до конца. А потом вы будете удивляться, почему полка не садится. Разбомбите вот эти вот пластмассовые пластиковые флипперы, которые я вам показал. В корпусной мебели всегда вот есть разметка. По незнанию вы, конечно, разобьете всю вот эту вот разметку. И будьте предельно аккуратны. Если вам вот эти подсказки заходят, подписывайтесь на канал, ставьте свои оценки, пишите комментарии. Всем пока!